Студенты Гродненского государственного аграрного университета присоединились к акции безвозмездного донорства. Совершенно бесплатно, а главное по собственному желанию. Стать донором просто. Необходимо при себе иметь паспорт, выписку из медицинской карты и весить более 55 килограммов. Сама процедура длится недолго, всего 10 минут. При этом она полезна и для самого донора, отмечают медики. При регулярной сдаче крови человек меньше подвержен развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Я до этого уже думала со своими подругами попробовать сдать. А тут как-то не доходили все, а тут предложили от универа, и мы решили сходить попробовать и, может быть, в дальнейшем сдавать дальше. Каждый человек сам решает, ну, хочет он сдавать за деньги или так, но это очень важно, потому что те же операции, какие-то аварии и так далее, кровь всегда нужна. Всего более 10 тысяч доноров только в Гродненской области. Среди них десятки почетные. Это те, кто как минимум 20 раз сдал кровь безвозмездно или 40 на платной основе. При этом многие из них приходят целыми семьями и регулярно. Как показывает практика, донорами становятся студенты с 18 лет и даже те, кому уже за 50. Однако до сих пор остается открытым вопрос по поводу истинных мотивов сдачи крови некоторыми гражданами. По инициативе Всемирной организации здравоохранения планируют перейти полностью на безвозмездную сдачу крови. То есть, чтобы кровь не являлась коммерческим продуктом. Если она является коммерческим продуктом, донор скрывает, может скрывать свои болезни. И, то есть, может быть забрана инфицированная кровь. В 2013 году, когда Министерство здравоохранения уже начало доводить вот это пожелание о безвозмездной сдаче крови, было 305 доноров за год крови. В том году, на этот год еще у нас результатов нет. За 11 месяцев этого года уже эта цифра выросла в 7,5 раз.